Итак, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире передача «К барьеру». Я ее ведущий Соловьев Аббас Алясхабович. Сегодня тема у нас такая. Мы будем обсуждать проблему плагиата песен. Так, мы должны сегодня определиться, кто у кого ворует песни. Российские исполнители или дагестанские? А для этого мы сегодня пригласили в студию дагестанского эксперта Каркмасова Зайнудина. Прошу вас. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Тохта, братишка, ассаламу алейкум. Что за жесты, что за такие мимики? Я вас внимательно слушаю. Слушаешь ты меня, братишка? Тохта, ассаламу алейкум, яшляр, будай башляр, кайдасиз, гурмейсиз. Я что пришел, все помнят меня, братишка. Вот вообще начнем с того, что ты мне вообще как-то не так представил. Что за Зайнутин? Как будто ножом по сердцу. Весь народ уже знает Тюнь. Ну, вы знаете, ну я же... Туркмасов, Зайнутюнь, братишка. Зайнудунь. Тебе кто-нибудь другой дунит, я такие вещи не делаю, братан. Братишка, спиной не поворачивайся, что за неуважение. Я очень известный в республике человек, а? Я в этом не сомневаюсь. Ты вот сомневаешься, вот так спину мне не показывай, это во-первых. Во-вторых, братишка, тохта, приготовлю тебе сохта. Это кумырский фольклор. Сегодня, короче говоря, братишка, я не один пришел, со мной мой младший брат Имамутдин. В зале сидит Имамутдин. Здравствуйте, Имамутдин, здравствуйте. Братишка, он тоже Тюнь. А Тюнь? У нас все Тюнь. Тюнь? Да, Мукал Тюнь, Каран Тюнь, все Тюнь. Понял. Тин это там Запад, Тина Кандилаки, Тина Тернер. У нас Тюнь, исключительно. Тюнь? Да, братишка, во-первых, это первая твоя ошибка. Вторая ошибка, братишка. Я когда анкету отправлял на участие в этой передаче, я же просил себя музыкально представить, с музыкой. А, я понял. Братишка, давай, справа ошибку. Итак, внимание. Да-та-да-та-да-та-та-та. Вот это та-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 
идет, 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 идет. Смотрите, как его зовут. Зай. Ди. Дун. Зай, ну, ди, ну, 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 ну. Что-то ты неравнодушен к этому, дун. Ну, вы как просили? Смотри, я вот уже у барьера, передача к барьеру, братан, я тут. И вообще, Аббас, Бас. Бас. А. Аббас, Бас. Вот, братуха, кто у меня оппонент сегодня к барьеру? А сегодняшний ваш оппонент, это известный российский исполнитель, автор многих российских хитов, Анатолий Борщ. Борщ, прошу вас. Ой, какой вы сегодня очаровательный, Борщ. Здравствуйте, здравствуйте. А вы борща поели сегодня? А, здравствуйте, здравствуйте. Уважаемый Борщ. Да, спасибо. Я здесь. А, спасибо, спасибо. Соловьев Аббас. Спасибо большое. Аббас. Я... Анатолий Борщ. Все, все правильно. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, я на передаче, и хочу эту передачу начать словами очень-очень известного такого композитора Шопена. Вот, начать вот этими словами. Значит, искусство – это музыка, а музыка – это искусство. Очаровательный Анатолий Борщ. Я поздравляю вас. Философское выражение. Братишка, можно вмешать в этот произвол? Да. Тогда, братишка, не поддакивай мне. Чё ты здесь? Отойди, Борщ, буржак шорпа. Отойди, кровь брызгает будет, отойди, ты не вмешивайся. Сюда смотри, я тебе говорю. Чё ты тут пришёл, бля, и со старту сразу про какого-то Шопена сплетничаешь? Эй, я лично этого Шопена знать не знаю, нормальный пацан, салам кидать можно ему или нет? Кто такой? За спиной чё говоришь, лицо скажи этого Шопена, а? Ну, успокойтесь, чё, дорогой, успокойся. Это передача к барьеру. Это во-первых, во-первых, тохта, братишка, да. Тохта опять. Да я слушаю. Я долго ждал этого эфира, готовился, теперь я скажу всю правду. Во-вторых, братишка, вот раз начали мы здесь о песнях вообще разговаривать, все песни в мире изначально были кумыкскими. Ну что абсолютно. Вы такое говорите, ну как же я так? Я тебе докажу сегодня, говорите? Докажу, братишка.
Ну что такое? Ну как это может быть всех песни кумыкские? Вообще, вообще на всей планете. Ну что вы такое говорите-то? Это что такое-то? Вот, пример, вот к примеру, допустим, вот, вот эта вот песенка. Вот это вот. Вот да? К примеру, давай, к примеру, братушка, давай. К примеру, ну как это может быть песенка кумыкская? И молчи, следи за вот, ситуацией, давай. Вот, послушайте. Душа болит. Ах, как очаровательно. А сердце плачет. Ну как браво, это может быть браво. Кумыкская? Ну что вы говорите такое? Братишка, братишка, тохта, пас. Тай, братишка, отойди. Я вот с этой наглости твоей аку. Как у нас вот... Оперативно своровали эту песню, душа болит, она что, не кумыкская, что ли? В 1914 году ее сочинил известный кумыкский композитор Баймурзаев «Карантин». Смотри, сюда смотри, я тебе говорю, я к тебе обращаюсь. Изначально она в кумыкском контексте звучала вот так, душа болит, а сердце плачет. Так, ну-ка. Джаным ауру, а юрегим гиляй тура. Браво! Ну что вы такое прям не слышите? Просто браво! Что это значит? Какой 14-й год? О чем вы говорите вообще? Какой 14-й год? Ну что это такое? Что это такое? Вот, допустим, вот, к примеру, вот эта песня. Неужели вы скажете, что и это тоже кумыкская? Послушайте, давай, пожалуйста, ее. Я подожду еще чуть. Чуть. Браво, ну, браво, это что, Анатолий, кумыкская марш! Песня, что ли? Это... Братишка, браво, братишка, отсюда, ну, я вообще такое? В шоке, братан. Я подожду его еще чуть-чуть. Это песня известного кумыкского певца Витас Мурзы. Моего селения Витас Мурза вместе с Каяки. Витас. Витас Мурза, я тебе говорю. Это серьезный певец, ты что здесь подшучиваешь? Это серьезный певец. Он в маршрутках полные залы собирает. Смотри сюда, я тебе говорю. Изначально, вот это Витас Мурза, постоянно сидели на костре, хард-хурд-хард-тип, салат еще ешь. Он, вот эта песня звучала вот так, я подожду еще чуть-чуть. Мен, тохтай мандагы, бирас. Да что это такое, ну о чем вы вообще говорите, ну как это можно братишка, понять? Братишка, ну, я расставлю все точки над «и» сегодня, что, теперь заметишь? Ну что это такое? Я вам сейчас приведу такой пример. Братишка, постой. Я просто вот в довершение этого хотел, знаешь, что сказать? Объявляется перерыв! Перерыв закончен. Братишка, я в довершение просто для убедительности хотел, знаешь, что изречь. Вот это. Товарищ ведущий, там вот дверь скрипит у вас. Это не дверь скрипит, это душа скрипит от твоей наглости. Да что вы такое говорите? Как вы можете так со мной вообще разговаривать? Я известный человек во всей России. Ну что это такое? Ты там, наверное, известный. Вчера Атлановый был Харабдах Кенти. Ни один человек тебя не знает. Что ты? Известный. Чё? Хорошо. Но вы скажете, что и эта песня тоже кумыкская, которую я сейчас вам приведу пример. Скажу вам. Это классика, понимаете? Это классика. Послушайте ее, пожалуйста. Облака. В небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз. Это тоже скажете кумыкская, да? Песня? Ой, братишка, ну, я что, вообще в шоке. Я вообще в шоке. И мама ты, гора, ты видишь, да, эту кашу? Я тебе говорю, мой братишка, и мама ты, второй призер чемпионата мира по ушу санда, в корне не согласен с этой ситуацией. Это так просто, пробросом. Я никого не пугаю. Просто пробросом. Братишка, смотри сюда. Вот эту песню, я за эту песню я стопудов спокоен был. Ее тоже уже оперативно соскочила она, да? Агал, это же гимн канадских кумыков. Ну, уже тоже укатали ее. Смотри сюда, облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз. В кумыкском контексте она звучала вот так. Так. Булуклар коке яшинган, юлдузлар эсирип гарай. Браво, ну... Анатолий Борщ, ну это... Братишка! Это просто нонсенс. Опас! Нонсенс! Опас! Ну что вы такое несете? Вот слышал бы сейчас Матвиенко, хорошо, что он не приехал на эту передачу, у него бы сейчас волосы вот так стали бы. Кто это? Хотя он лысый. Стас Пьеха! За него Стас тоже знаем кое-что, за него тоже, что, не очень он такой положительный. Да послушайте, да как вы вообще можете говорить? Я вам сейчас приведу такой пример, который вообще вы не скажете. А я тебе зато что... и Мамутюна приведу, ты тоже ничего не скажешь. Тебя тем более ничего не скажешь.
Послушайте, послушайте. Давай. Ну это же как, зачем ему вообще приехал? Это бесполезно вот этот разговор. Ну а что? Ну, успокойтесь, что такое? Значит, я сейчас барьеру. Приду такой пример, который... А вы можете ему дать... Братишка, что-нибудь успокойте его, я что, весь вечер здесь песни переводить буду, что ли? Я понимаю, да, все, послушайте, это все песни, это все песни российские. Итак, ну как вы можете говорить, что это все песни на планете? Наше время подходит к концу. Да подождите, пожалуйста, дайте мне сказать еще один пример, на который вообще не можно на него ответить. Да, давайте. Я вам сейчас спою песенку очень... известного во всем мире композитора. Так. Автор многих песен. Вот известного очень, к сожалению, я сейчас не могу вспомнить его имя. Так. Но он очень известный. Но слова этой песенки вот такие. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. И все вместе. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Спасибо браво, большое. Это, браво. Это, ну как вы можете сказать, что это коммерческая тема? Да, что вы скажете на это? Ну а что вы говорите? Лима, вот ты, смотри, как они подготовились, да, конкретно. Братишка, я тебе сказал, все точки над «и» расставлю. Это тоже 100% кумыкская песня изначально была. Ну как это может быть кумыкская песня? Была, пока вы ее не своровали. Это песня? Конечно. Я оглянулся, посмотрел, не оглянулась ли она. Слушай, братишка. Мен бурулдум карамаха, бурулма дыму, маха, бурулма дыму, мен огар карамаха. Мен бурулдум карамаха, бурулма дыму, маха, бурулма дыму, мен огар карамаха. Ну что это такое? Да послушайте, ну что это такое пурум-пурум-пурум-пурум? Что это песня такая винни-пухская? Ну что это, где же... Я вообще, понимаете, я сейчас настолько нервничаю, что мне просто... Да я не нервничаю, мне просто самого трясет вот так вот. Я просто не знаю, что делать. А! Что вы здесь, идите вот... Вот так вот ты здесь... Наша передача... Давайте, слушайте, товарищ Аббас, или как там вас, Кудас... Давайте, пожалуйста, голоса, посчитаем смс-голоса. Так, все, посмотрим. Ты... А что ты нервничаешь-то, братишка? А я не нервничаю, у меня даже вены не надуваются, понимаешь? Наша передача подходит к концу. Давай сюда. Зачем я приехал на эту передачу, господи? Вот, и я должен подвести итоги сегодняшнего голосования. Ну, а что там подводить, если я сам голосовать будешь, там будешь, такси ловить, машину заберут, считай голоса. Это передача к барьеру. Здесь мы выносим итоги голосования. По итогам голосования мы сегодня должны определить победителя в этой передаче к барьеру. Вот победитель. Мы сейчас смотрим, кто же больше всего отдал за кого голоса. Я вообще не нервничаю, я просто знаю, что это. Так. Что там происходит? Да я не нервничаю вообще. Что? Так, все понятно, дорогие друзья. И по итогам сегодняшнего голосования, конечно же, выиграл Анатолий Борщ. Поздравляю спасибо вас. Большое. Поздравляю, это Анатолий. Это очевидно. Ну что же, это я вижу, очевидно, что разум есть у людей. Ну о чем вы говорите? Ну конечно братишка, же, это так. Братишка, стоп, братишка. Это что такое? Это что за пастануло? Это что за фальсификация? Сюда пришел Имамутдин, братишка мой. Имамутдин с семьей. Имамутдина семья. Это, я тебе говорю, и получается, я перед ними вот так вот в грязь, что ли, ударил? Подожди, братишка. Это народное голосование. Народное голосование, конечно. Иди в народное собрание, голосуй тогда, если... Ну. Смотри сюда, братишка, Борщ, ты вообще борщанул сейчас. Да что вы, а что вы... Я тебе говорю, да что вы делаете, успокойтесь, осторожно, осторожно. Так что, ай, ти, а что вы, да вы, иди, Боже, короче, что просит? И молчим, братишка, голоса пересчитали только что. Я выиграл, оказывается, этот. Пойду ведущего тоже выиграю. А вы не забывайте, если это передача к барьеру... Я тебе сейчас сделаю передачу к бордюру. Сюда подойди! Стойте! Сюда подойди, я тебе сказал! Стойте! Сюда подойди!